I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня показывает сейчас состав команды «Хозяев». Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня показывает сейчас состав команды «Хозяев». Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня показывает сейчас состав команды «Хозяев». Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня показывает сейчас состав команды «Хозяев». Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Мяч себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня...
Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. Первый тайм начался. Валон Берами. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Грамотный пас, все по делу. Мяч ушел на угловую. Сегодня у них не будет много моментов, и болельщики это прекрасно понимают, поэтому они так активны. Валон Берами. Здорово сыграл голкипер, ни шанса не оставил соперника. Криштиану. Паулу Дибала.